еще нашла одну еще. Так, сейчас я расскажу вам, как почистить вот такую решеточку красивую. Да. Давно уже не чистили. Вот я просто брызгаю. Вот, а как ты, какую пропорцию ты развела? Нет, просто чистым. Сейчас я покажу, какое средство. Я просто его перелила в брызгалку. Это кто живет в Украине, очень хорошее средство, советую. Милан. Сейчас в Харькове это выпускается. Есть для кухни, вот это для кухни. А есть для санузлов, тоже очень хорошее. Все вот эти наки, все я тоже как-нибудь видео сниму, покажу. И вот мы забрызгали, и сейчас посмотрим буквально... Так ты записываешь? Буквально несколько минуточек, и все это... И все это просто смываем водой, и все будет у нас... То, что я раньше у тебя видела, это просто чудо. На глазах все стало чисто. Ну да, сейчас и это будет так же. Такое же чудо, да? Такое же чудо да, будет, ну, да. Особенно для пожилых людей это сейчас просто она... находка. Находка. Угу. Вот эту вот мы чуть раньше забрызгали. Угу. Это еще хуже, это первая. Это у нас такая вот получилась оказия с нашими решетками. Да, немножко неудачно. Так, оказия. Я чуть-чуть раньше это забрызгала. Сейчас я вот, смотрите, просто смываю. Тут, конечно, накипи. Я просто удивляюсь, сколько тут. Вот на палец, наверное, было. И какими бы средствами не пробовать это все дело свести, но реально невозможно. Я просто уже знаю. Сейчас вот еще раз забрызгаю, потому что... Кроме этого, да? А? Вот это одно, да? Ну, средство, которое на сегодняшний день... Да, кроме этого. Да. Ну, чудо, вот чудо. Вот происходит чудо просто... Есть еще одно средство компании Джерелия, тоже украинское. Угу. Но сегодня мы его не брали, сегодня с магазина покупали. Когда мы встретимся в следующий раз, обязательно возьмите эту сумку. Да. Пожалуйста. Вот. Пожалейте наши руки, ноги. Я просто уже пенсионер, поэтому так говорю. Вот оно буквально еще чуть-чуть постояло, но уже смывается. Да. А первый слой у нас смылся быстро, потому что мы минут 10 держали. Ну, то есть, чем дольше... Да, хорошо, чем... а если вот такая ситуация, что, ну, вот, не то, что забыли смыть, а оно будет дольше стоять. Ничего страшного, ничего. Абсолютно. Это же металл, оно никак не действует, да, на него ничего. Абсолютно. Никакой коррозии, ничего там не будет, да? Угу.